Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о швейцарских часах «Адриатика», модель 8202 R113CH. Корпус часов сделан из высококачественной нержавеющей стали. Браслет также стальной. Застежка металлическая, клипса, тип бабочка с дополнительной защелкой. Задняя крышка стальная, на ней отображена информация о модели. Циферблат защищен сапфировым стеклом, которое устойчивее к царапинам, чем минеральное, а также ярче светится на солнце. Способ отображения времени аналоговый. Также в часах присутствует хронограф и окошко с датами. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи. Класс водозащиты 10 атмосфер. С этими часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты часов: диаметр корпуса 40 мм, толщина 9 мм. Для управления хронографом представлены две кнопки справа, вверху и внизу. Запускается правой верхней кнопкой. Внизу мы видим циферблат с долями секунды. Большая секундная стрелка отвечает за фиксацию секунд. И левый верхний циферблат отмеряет минуты. Останавливается хронограф также правой верхней кнопкой и сбрасывается до нулевых значений правой нижней кнопкой. Для установки даты и времени предусмотрена коронка справа. Чтобы установить дату, нужно отвести ее на один щелчок в сторону и поворачивать по часовой стрелке. Для установки времени отводим коронку еще на один щелчок и поворачиваем в любом направлении. По окончании настроек возвращаем коронку на место. В комплект с часами поставляется инструкция на русском языке в цветном буклете. В начале буклета также расположена гарантийный талон, информация о сервисных центрах, а также условия гарантийного обслуживания. Часы упакованы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.